пацаны, я уверенно двигаюсь к славной Авроре вдоль набережной, набережной Петра Первого. Вот это всем известные сфинксы. Люди загорают. Мужички, рыбаки что-то ловят там. Тут говорят один раз, о, поймал. Тут говорят один раз акулу выловили. Акушка выловил. Какой-то дядя. Ты дядя, не балуй. А то пингвин отпустит на лагу. Вот славные морячки и солдатики ждут, когда Аврора подплывет, чтобы покататься на ней. Ну вот, пацаны, нашел я крейсер Аврору. Правда, уже ближе к вечеру. Опа. Вот стоит носовое орудие, из которого был произведен сигнал к штурму Зимнего. Настоящий крейсер Аврора. Стоит в одиночестве великий адмирал Нахимов, Павел Степанович Нахимов. Почему-то народ не подходит к нему, наверное, не знает его совершенно. Народ у нас, сами знаете, какой, с историей проблемы у всех. Стоит он напротив крейсера «Авроры». Это великий русский адмирал Нахимов. И крейсер «Аврора». Стоит он и смотрит на Аврору. Вот, обратите внимание, недавно нашел бесплатный туалет. Туалет очень длинный, очень вместительный. Как бы один мой друг сказал бы, туалет трехсралка, четырехсралка и там пятисралка, типа того. Средний чек 2500.